24 по 29 октября в детском оздоровительном лагере имени Стрельникова прошла вторая предпринимательская смена для школьников «Территория роста». Старшеклассники со всей Омской области познакомились с основами бизнеса, попрактиковались в коммуникативных и управленческих навыках. Приезжали очень интересные люди, спикеры. И с каждым днем я узнавал все больше и больше. На самом деле, мне даже хочется двигаться в этом направлении. И я советую всем детям, которые именно хотят заняться предпринимательством, пойти сюда и научиться всем базам и основам, которые предлагают местные спикеры. Меня очень интересует данная сфера предпринимательства. И каждая смена здесь наполнена чем-то новым, интересным. И, на мой взгляд, здесь куча полезной информации, которую необходимо запоминать. И это очень хорошая возможность, особенно в нашем возрасте. 5 команд представляли 5 вымышленных компаний. Задачей участников было разработать свой инновационный проект или изобретение, которое могло бы приносить пользу обществу и прибыль организации. Свои разработки, а также экономические и производственные расчеты, которым ребята научились на профильной смене, они представили жюри на защите проектов. Это и агентство праздников, франшиза магазина «Пятерочка», а также производство кибернетических частей тела, спрея, защищающего одежду от влаги, и эко-проект по созданию аксессуаров из неразлагаемых материалов. Опыт, так скажем, самое важное для меня, по крайней мере, в таком возрасте. Будет опыт, будут и успехи. Мы очень все сплотились, между прочим, не только нашим отрядом, а также еще со всеми другими отрядами, так как у нас была работа именно командная, то есть все вместе. Я обязательно поеду в следующем году и, конечно же, позову с собой друзей. Это все пригодится в будущем, так как я решил, что стану предпринимателем. Вся вот эта информация, она бесценна. Я здесь первый раз, и мне интересна именно сама предпринимательская деятельность, потому что в будущем я хочу открыть свой маленький бизнес. Я уже придумала план, придумала идеи, но осталось только это как-то реализовать. Поделитесь с нами, что у вас за идеи. У меня идея создания эко-бренда, связанная с производством эко-мешочков и шоперов, посвященных творчеству Ван Гога. Предпринимательская смена во многих пробудила новые идеи, а также желание учиться и развиваться в этой сфере. Возможно, первые знания и навыки, которые ребята получили здесь, станут для некоторых из них судьбоносными.